Воспитанники Ульяновского дома детства приняли участие во всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от себя». На тренировке юных футболистов побывала наша съемочная группа. Ловко владеют ногами и головой в этой команде не только мальчики, хотя коллектив сложился меньше года назад. Звездочка команды – 11-летняя Саша Киргизова. Вспоминает, как просто все начиналось для нее прошлой осенью. Я вышла гулять и пошла играть с мальчиками в футбол. У меня начало получаться, я решила играть дальше. Скорость, ловкость и желание быть первыми помогли ребятам из Ульяновского дома детства сразиться с соперниками из других городов. Несколько дней назад ребята вернулись из Казани с неплохими результатами. А вот это для детей был, конечно, это первый, тем более у них соревнование. Не то, что вы знаете, вообще первый в их жизни соревнование по мини-футболу. У них, конечно, было очень много впечатлений от этого, что они голы забили. Забили 3 гола у нас девочка. Это вообще прям нонсенс. Детям очень нравится, потому что в этой команде у нас есть и девочки, и мальчики. Это большой плюс, потому что у нас заниматься любят спортом все. Футбольные тренировки в доме детства проходят всего 2 раза в неделю. Спортсмены говорят, времени на большее пока не хватает, ведь детей здесь занимают массой других полезных и интересных дел. Но команда сложилась, шутит тренер, зачетная. Команда сплоченная, ребята все дружные, стремятся добиваться целей. Чемпионат «Будущее зависит от тебя» объединил около 2000 детей из 130 детских домов и школ-интернатов. В перерыве между матчами юным спортсменам показали арены, где выступали известные футболисты. Такая экскурсия стала настоящим подарком для участников. Впереди у ульяновских ребят много планов, и один из них – обязательно участвовать в подобных соревнованиях в следующий раз. Ксения Грищенко, Дамир Губеев, «Вести Ульяновск».